все-таки Вондорфа дома. Доброе утро. Алло. О, а солнце светит, знаешь, не ожидал прям. Солнечные очки уже не одевал, наверное, месяц. А тут солнышко, на тебе. О. Завтрак не дома. Почему завтрак не дома? Почему завтрак не дома? Она... Я сплю еще. Жена еще спит, сказала. Оставьте меня в покое, не трогайте меня. 11 лет. Короче, такая дата. Едем сейчас в достопримечательности смотреть. Что-то новенькое. Путешествие по Германии, короче. Позавтракали, едем дальше. Теперь жена за руль. О, теперь можно отдыхать. Да. Да, туда надо поехали. За Вольво. Да. Вот вам дорога. Мы еще не совсем на востоке Германии. Не совсем, но мы едем в ту сторону. В принципе, чуть-чуть осталось. Сейчас где-то так в серединке. Чуть-чуть продвинулись. Направо же, правильно? Да-да. Ну, а, у тебя же так не горит, почему ты не горит, я не знаю, почему не горит. Бензин стоит так же. Вот бекарайк. Да-да, зашли в булочную, специально заехали в магазин, как у нас вот тут. Цены, я тебе скажу, прям позавтракать, ну, прям нормально подняли. Инфляция по нему ударила, по кассовому аппарату. Вот она. Мы записывали будем сегодня на две камеры, то есть... Влог большой, сейчас запишу, сейчас вот здесь тоже будет. То есть, вот это сегодня вы посмотрите. А вот этот влог, ну, через недельку смонтирую, потому что будет видеоинформации немало. Будет наш путешествие, плейлист. Километров и пойдем смотреть достопримечательности. Чем, как называем видос? 11 лет вместе, не месяц, уже больше. 11 после свадьбы, да? По бумажке. По бумажке, бумажка. Бумажка — это не так, который в туалет берете бумажка. 11 лет — это вам не хухры-мухры, да, Илюха? Что приготовил, попозже увидите, я думаю, в большом влоге покажу. Здесь еще чуть-чуть будет, чуть-чуть, прям, чтобы видос длинный не был, а потом уже будет большой влог в разделе путешествия, там вы уже увидите более детализированно.
памятник. Пойдем в упор его посмотрим. Пойдем. Смотри, если есть там Бах-памятник, здесь есть Бах-ресторан. Йозеф Бах. Ну вот он, Бах, смотрите. Кто в курсе, не знает, видели? С книжками, с пером. Вот так вот полностью. Тут оградка такая. Пойдем прогуляться. Вот такие вот туристы. Туристы из Германии в Германии. Только тоже другая Германия. Чуть-чуть. Но здесь находишься реально все не так, как там, где живем мы. И это видно не только по зданиям, по всему этому, да. Ну, много чего по-другому. Некоторые вещи такие же, но много вещей еще и старых. Плюс сама архитектура, по архитектуре первой, сразу в первую очередь ты видишь, да? Старые постройки, старая архитектура. Вообще, вот на окраине города были, где индустрии. Много заброшек, старого всего вот этого. Исторических вещей. Здесь прям в центр вложились чуть-чуть, но сразу видно тут. На туризме более-менее живут. О, люди искусства. Гуляемся 20 минут по живописному, реально живописный центр. Очень красивое здание, я реально никогда не ожидал этого. Я был в этом городе проездом на мотоцикле в том году, когда ехал в Баварию. И раньше на грузовике приезжал по работе. Прекрасно. На мышу мы. Где она? Ну, пойдем туда. Нам потом вот на эту надо идти. Идем быстрее, пока никого. Через дорогу. Центр реально такой туристический, исторический. Есть что посмотреть. Ну, как обычно, посередине города сейчас покажу. Вот такие штучки вон. Есть в каждом городе. А нам нужно сейчас банк. Денежку взять чуть-чуть. Чуть-чуть. Потом двигаться к точке назначения. Ветерок такой прям ледяной, да? Вот, когда вот такое видите, логотип Германии, это аптека. Еще одну достопримечательность встретили в центре прям. Георг. Центр, можно сказать, такой. Балкон. Что-то такое. Соус, спирт. Спирт. Так вот. Что-то вот такое отреставрированное. Что-то выглядит вот так. Вообще ничего. Заброшенное все здесь. Ужасном состоянии, но потому что это ремонтировать очень дорого и много вещей под вопросом. Смотрите, этому зданию уже лет сколько, реально забросили его вообще. Да, сейчас там газеты поскинули. Вон там, смотри, сколько строят, вот ремонт. Так отошел на 10 метров от главной улицы и на тебе. Но все равно интересно, такие исторические вещи.
прям история. Вот здесь половина дома была, ее сняли, вот осталось вот это вот. Сейчас поедем в то место, в принципе, которое я запланировал. Там будет очень много интересного. Я думаю, в большом влоге уже в этом побольше расскажу, поподробнее. Хотя, она говорит, заброшенная, смотри, тут не заброшенная, тут ресторан, бар, все на улице, открытое. Очень-очень круто сделано, там очень много декораций. Первое мнение было, что он закрыт. Ну, блин, хотя бы на телефон записать. Что мы не нашли? Как подняться? Ну ладно, пойдем в другое место, там точно можно подняться. Ну что, сейчас пойдем смотреть замок. Замок. Вон там стоит. Замок или замок? Высоко на горе. Вот так, смотрите еще раз. Вам покажу замок вон. Больше информации будет про этот замок обязательно в большом влоге, потому что сейчас там будем врубать GoPro-ху, потому что она для этого с собой взялась сама. Да, очень большая тема. Ну вот на платформе. Замок еще ближе. Нася. Жена будет на операторов, так что влог, ответственность на тебе, если не плохо запишешь. Нет. Ты хорошо делаешь, чтобы еще делать. Да. Здесь все сразу видно, жили не богатые, на другой стороне. Смотри-ка, как. Ну что? Да. Блин, сегодня, конечно, вам достопримечательности скажу. Тяжело будет, но мы постараемся. Я скомбинирую как-нибудь. Чуть-чуть специально во влог, только войдет. Минималочка, чтобы было интереснее смотреть вот этот вот большой, вот этот вот замок в Вартбург. История в описании все будет. Вот он, тот же отель. Представляете, просыпаешься, у тебя замок, отель, тут все дела. Лес. Сейчас, правда, тут ничего не зеленое еще. Но вот это вот все будет летом зеленое. Это вот просто сказка, песня. Так, оператор. Вот мой личный оператор. 11 лет вместе, надо потихоньку его уже втягивать в ютубный этот, да. 17. Надо потихоньку, да. Главное, камеры не дергай, чтобы потом, чтобы он с любовью монтировал драйвер. Красота. Бассейн. Зеленый, но бассейн. Нормально тут. Граф какой-то построил. Принц или граф, я точно не знаю. Надо в истории почитать. Может, чуть-чуть слышал. Рассказывали про него. Блин, вот если бы сейчас все солнышко светило, конечно, было бы намного интереснее. Ну да ладно. И так хорошо.
так чуть-чуть у меня зима. Шикардос. Красота, красота. Вот, женщина-оператор, он тоже втягивает в дело, пускай записывает. Я на iPhone записываю сегодня. Я на GoPro тоже запишу. Будет вам контент еще. Тут есть кафешка во дворе. Вот в этом доме, там кафе. Здесь еще есть огород. Вот это. Видите, арчи бургер. Средневековый, короче, огород. Вот такой огород, где всякие растения для замка. Ну, конечно, немного, но есть. Немного, но есть. Вот, кстати, табличка историческая. Вот там стоит. Дизентурм. 1548 году после 8-летнего задержания Фриц Эрда Олс Эрдова Айзена. Получается, здесь как чуть не как тюрьма была в этом месте. Ну что, пойдем дальше? Да. Смотри. Короче, это мы потом возьмем. Мы сейчас находимся вот здесь вот. Замок. Что, нельзя выходить будет? Подожди, вот мне наклейку дали, сейчас надо наклеить разрешение, что я могу записывать на видео. Обалдеть, да? Я же туристы же, что? 2 евро, бам-бам. Ну, бабки. Дали деньги, 0 евро, Warburg. Вот так вот, а 2 заплатил. Красота, не, ну очень красивая банкнота, прям с водяными знаками, как положено. Вот это, понимаю, вот это вот на память, как что ты турист. Что? Сейчас идем записывать в замок. Ну, вот мне наклейка. Разрешение на съемку. Как это репортер такой. Зеленая наклейка. Репортер. Боевую готовность приводит. 45 минут. Ну что, у меня тут аккумулятор, слава богу, еще не посадили. Не до конца. Интересно, мы посмотрим, что там такое есть. Так, ну что, погуляли, теперь надо еще заплатить за парковку. Что у нас тут? Да, автобус 20, вот, нам надо 5. Не на автобусе, правильно? Мотоцикл. Мотоцикл можно проехать мимо шанса. Давай я подержу, а ты... Где? Здесь. Ты будешь снимать, но денег все нет. Засовываем туда. Да, все, на дырку. 5 рублей. 5 рублей. Еще надо... Да, засовываем денежку. Засовываем. Все. Ноль-ноль. И тут вылазит. Давай назад. Вот. Здесь какой-то чудобег. Все, идем. Проплатили. Поедем. Что мы здесь? В 12:26 приехали. Сейчас, наверное, 16 уже 00. Время летит. Слушай, солнышко прямо, а? Солнышко. Откуда солнышко взялось? Двери еще нету. А, красота. Арка такая. Ну вот такую вот прогулку устроил. Подарочек такой у нас на день свадьбы. Сейчас посмотрим. Отель недалеко, в принципе, специально взял. Как быть? Может быть, еще по нему в город прогуляемся, не знаю. Посмотрим, что будет видно сейчас. Так. Ноги надо обить, чтобы это меньше срача. Меньше срача автомобиль. Так.
Кошечка, да, тут замок прямо не, где мы были. Вот такая вот штучка. Ну что, поехали дальше. Тру-дум. Серебрянка, настоящая белая. Угу. Так. Машину оставили на парковочке. Ноль. Что себе. Пик. Пик-пик. Красота. Ну что, мы двигаемся в сторону отеля. Машину оставили в надежном месте. Отель оказался намного центральнее, чем я думал, когда отель заказывал этот номер. Думаю, ну вроде как недалеко от центра. Он получается прям все здесь абсолютно рядом. Центральная площадь Карла, прямо на площади стоит отель. Ну круто, сейчас посмотрим, что у нас будет. Вроде бы там он, сейчас я посмотрю еще раз на это. Вот этот отель. Сегодня здесь будем спать. Сегодня будем ночевать вот здесь. Хотя там сзади, ну ладно, вот здесь.